Давайте откроем 1 Фессалоникийцам, 4 главу. В первом стихе говорится: «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, принявши от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». Давайте придем к Господу в молитве. Отче, я так желаю, чтобы Христос был возвеличен сегодня. И я прошу, чтобы Твой народ получил поддержку. Ибо, Господь, и у меня порой столь сильное чувство, что, Господи, мое сердце в борении с моим разумом. Молю, Господи, чтобы Ты использовал это время, чтобы говорить к Твоему народу, чтобы нам видеть и жить в этом великом призвании, жить так, чтобы угождать Тебе, возрастая в освящении в каждом аспекте нашей жизни, будучи святы, ибо Ты свят, любить, как Ты возлюбил. Отче, я молю, чтобы эти слова были больше, чем просто информация, но также увещание, и не просто от человека к человеку, но чтобы Твой Дух, Господи, помогал нам. Господи, у нас нет ничего. Нет во плоти нашей доброго. Лишь Твой Дух и Твоя благодать. Наполни смыслом. Донеси до разума то, что будет сказано. Более всего, чтобы Твой Дух действовал. Даже в неразумии проповедника, изменяя жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Мы начали читать со слов «засим» в первом стихе. И тут не имеется в виду, что Павел собирается заканчивать свое послание. Но глядя на понятия, которыми оперирует Павел, мы понимаем, что он скорее продолжает мысль, идущую через все послание. Что мы думаем, глядя на слова «засим», «наконец», или мы думаем, что он останавливается, чтобы начать новую тему? Совсем нет. Это слово лучше перевести как «исходя из этого». Тут видно, как Павел разделяет послание, закончив с одним постулатом и двигаясь к другому. Мы видим тоже в Филиппийцам, 3 главе, стих 1, Павел использует то же слово, чтобы разделить послание на два разных постулата, так же, как и здесь, в 1 Фессалоникийцам. Начиная с этого места, мы получаем от Павла увещевание, указание и ободрение, но также и в основном Павел дает нам то, что мы называем персональным императивом. Он говорит нам о том, что происходит с верующими в Фессалониках, и также говорит о том, что происходит с ним. И также то, что мы можем назвать его собственной защитой служения. Он делает это не потому, что он возносится, но он делает это ради Евангелия. Его служение подвергалось атакам, и он дает ответ и парирует не ради своей репутации, но ради Евангелия, не давая его уничижить. И также он делает нечто иное. Он как бы открывает уши и дает то, что мы называем личным Павловым инструктажем и увещеванием, и ободрением. И этот посыл идет до самого конца послания, и Господь знает, что мы нуждаемся именно в этом. И начинает он со слов: «Наконец-то! Засим!» Я сказал, что лучше перевести это как «наконец», как «следствие». И эти слова показывают неразрывную связь между тем, что было сказано выше, и тем, что следует далее. В переводе нового американского стандарта слово «за этим» или в греческом «поэтому» показывают связь. Они связывают предыдущие главы, от 1, 2 к 3, но особенно это место связывается с 3 главой от 10 до 13 стиха. Что же говорит Павел в стихе 10? Он говорит, что желает, чего? Дополнить недостаток веры фессалоникийцев. И что он говорит в стихе 13? Он молится о том, чтобы утвердить их сердца непорочными, без порока, в святости.
Вот то, чего желает Павел, и далее, в 4 главе, он начинает работать над тем, чего так жаждет. Он начинает их учить. Он начинает инструктировать их, увещевая и ободряя их. Почему? За сим. И мы с вами будем делать то, чего он так желает, чтобы наша вера росла, крепла, и также утверждалась в непорочности и святости. И это основная мысль нашей темы. Глядя на 4 главу, нам нужно увидеть логическую связь утверждений, чтобы иметь понимание текста. Если смотреть отрывок 4 главы от 1 до 12 стиха, то мы обнаружим, что тут разделяются три базовых утверждения. Первое. Он увещевает нас. Стих 1. Увещевает нас для чего? Жить так, чтобы угождать Богу. И далее он говорит об этом в двух особенных моментах, в которых мы можем и должны угождать Богу. Первое – это освящение. И мы будем говорить о том, что это значит. Освящение – это ключ христианской жизни. Братья и сестры, это есть возрастание в настоящем и непритворном и истинном уподоблении образу Христа. И особенно, мы не будем заострять на этом внимание сегодня, мы поговорим об этом на следующей неделе, но особенно он сосредотачивает внимание на чистоте половых отношений. Потому что в Римской империи это было огромной проблемой, точно так же, как и в нашей культуре сегодня. Поэтому Павел, говоря об освящении, в первую очередь заявляет о чистоте и целомудрии. Он четко выделяет это и говорит, почему это так необходимо, и то, что нечистота и нецеломудрие так опасны. Но он не останавливается на этом, когда он говорит об освящении. Что он делает? Если вы обратите внимание, то в последней части отрывка с 8 по 12 стих он говорит о любви, братской любви. И когда мы объединяем это вместе, мы видим следующее. Если вы хотите знать, как угодить Богу, жить настоящей жизнью, которая будет радовать сердце Бога, то вам надо всерьез отнестись к двум вещам. Первое – это возрастать в святости. Остановитесь на минуту и спросите себя, насколько серьезно вы воспринимаете это в ваших манерах, в словах и делах, святость. И далее он связывает ее с любовью. И это будто он говорит о двух разных вещах, но одновременно об одном и том же. Просто он говорит о двух сторонах одной монеты. Потому что святость проявляет любовь. И если мы любим, то мы относимся к святости серьезно. В этой проповеди мы постараемся увидеть три момента. Честно говоря, я сократил это, просто хочу проповедовать на одну тему, иначе проповедь будет слишком длинной, прошу простить меня. Но я хочу рассмотреть три момента. Первое – это то, что воля Божья о каждом верующем – это освящение. Второе – это цель освящения. Многие люди думают, что освящение – это и есть цель. Но это не так. Цель освящения – быть более и более святым на практике для того, чтобы угождать Богу. В этом истинная цель, чтобы вы и я радовали сердце Бога. И еще я хочу сказать о значении освящения, если будет время. Это наставление, ободрение и увещевание. Братья и сестры во Христе, я хочу выделить это. Об этом надо говорить и напоминать чаще. Вот одна из причин, что вы должны быть в общине. Вот почему вам нужны проповеди, и не просто проповеди, а христианское общение, которое приносит вам наставление, увещевание, и не просто в виде информации, но умоляя и побуждая вас относиться серьезно. И это ободрение. Ободрение. И сейчас, начиная с 3 стиха, мы читаем, что воля Божья для каждого верующего – освящение. Стих 3. «Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». В самом начале я не стараюсь повторяться, но вы видите предпосылку и связь с предыдущими двумя стихами. И предыдущие два стиха говорят о следующем. И опять-таки, я не стараюсь вас учить грамматике, но я хочу обратить ваше внимание на очень важную вещь. Стихи 1 и 2 говорят о желании Павла
чтобы верующие везде и во всем угождали Богу, истинно и непритворно угождали, чтобы когда бы Он смотрел на вас, Он бы радовался. И стих 3 говорит нам, что должно делаться для того, чтобы это получалось. И мы видим, что вы и я обязаны возрастать в святости. Мы обязаны изменяться. Мы обязаны преображаться в каждом аспекте нашей жизни. Вы видите, как он говорит, «Ибо это есть воля Бога». Это воля Бога. И слово «воля» — «селема» — это означает «воля». Но также это можно перевести как «желание». И полагаю, что это важно. Когда я смотрю на греческое слово само по себе, и потом смотрю на характер Бога, так как мы его знаем, это его любовь, милость, его доброта, то мы понимаем, что слова «воля Божья для вас» — это не какая-то отстраненная, холодная, обезличенная воля. Он говорит об обращенном к вам Божьем желании, которое нежное, заинтересованное, любящее желание относительно вас, от того, кто любит вас изначально, от того, кто все соделал для вашего блага. И в этом великое ободрение. Он ведь не просто говорит, я приказываю вам делать так, но я желаю, чтобы вы были такими. Здесь есть власть, здесь есть повеление, но это потому, что я люблю вас, я переживаю за вас. Это подобно тем проблемам, что возникают у нас с собственными детьми. Они спрашивают, для чего это правило, зачем эти заповеди и постановления? Вы хотите убить нашу радость? Нет! Мы хотим создать вас радость. Мы хотим оградить вас от того, о чем вы думаете, что это принесет вам радость, хотя это не так. Потому что порой это смертельно, и это есть смерть. И вот Бог говорит, что есть Его воля. Он говорит это как Отец. Послушайте меня. Я хожу с Господом дольше, чем некоторые из вас живут. И я не такой человек, которого легко растрогать. Но я могу сказать, что я вкусил, что Бог есть любовь. Он истинно есть любовь. И Его заповеди, и даже когда Он бьет нас, это любовь. Истинно так. И это одна из причин, почему вы всегда должны внимать Ему. Он на самом деле любит вас, и посему обращается к вам в мудрости. Теперь я прошу взглянуть. Когда я думаю о Божьей воле, есть два моих любимых стиха об этом, и они как бы задают тон этому слову «селема». Послушайте, первый стих, Иеремия 29:11. Слушайте, Бог говорит такие слова. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Что есть воля Божья для вас? Дать вам будущность. Я прошу вас осознать кое-что. Если вы читаете внимательно книги псалмов и притч, там говорится, «Злой не имеет будущности». У человека по причине его падения нет будущего. Никакого. Бог по своей милостивой воле говорит, что дает вам будущность. Это удивительно. А нечестивый не имеет надежды, говорит Библия. И Библия также говорит, что мы не так, как не имеющие надежды перед лицом смерти. Но Бог дал нам будущность и надежду. Как Он это делает? Через искупительную работу Христа. Но, верующие, послушайте меня, Он также делает это в вашей жизни через освящение, уводя вас от всего, что может вам повредить, и вводя вас во все, что есть добро. Также Римлянам 8:28 мы знаем, что любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу. И я хочу сказать, я знаю, что этот текст искажается этими проповедниками процветания, телепроповедниками, которые говорят, «Бог хочет, чтобы у вас была легкая жизнь, без трудностей и без бед. Он хочет, чтобы вы процветали материально, физически и все такое». Тот акцент, который они придают всему этому, он в корне неверен. И это многосторонне показывает, что их Бог – чрево. Но я бы не хотел, чтобы мы поэтому отбрасывали этот стих. Я хочу, чтобы вы увидели, что это обетование не в пример выше, чем большинство проповедников скажет вам. Что же тут обещается?
Здесь не о том, что в воле Бога вы не будете страдать. Вы очень даже можете страдать. Я не говорю, что в воле Бога вы не будете нуждаться. Нет, вы можете жить в бедности, но это обетование о том, что в воле Бога. И с годами это будет становиться все виднее, что это благо и здравие души. Кое-кто из нас, мужчины, прожил немало, прежде чем был обращен. И мы знаем пустоту и тьму. Мы знаем зло. Мы были частью этого. И мы знаем, что там нет здравости и нет никакой полноты и блага в той жизни. Но Бог говорит, что ходящий в Его воле будет иметь здравие души, будет иметь спасение в полноте. И в этом огромная широта для любви к Богу и для любви к людям. Огромное пространство для ликования, быть в присутствии Бога через всю вечность. Вот Его обетование для нас. Это воля Божья для вас. Конец. В славном завершении пути воля Божья будет превыше всего, что вы могли выстрадать среди Его воли, прежде наступления конца. Я хочу указать нечто очень важное здесь. Тут говорится, и вот это есть воля Божья для вас. Но в греческом языке артикль стоит не там. И в этом есть своя важность, которая упускается. Тут не имеется в виду, что освящение само по себе – это есть законченная воля Божья о вас. Тут не об этом. Единственная воля Божья о вас, чтобы вы каждый день стремились быть святее. Нет, здесь не об этом. Воля Божья не заканчивается только освящением. Но при этом освящение – это крайне важный элемент Божьей воли, потому что освящение практически служит путем и ключом, который открывает все остальные возможности, все остальные аспекты Божьей воли. Мужчина ли или женщина, кто серьезно относится к освящению, будут испытывать столь много и столь больше полноты воли Бога. И то, что я хочу, чтобы вы увидели, что так важно, то, что... Знаете, когда я иду охотиться, не то чтобы у меня плохое зрение, но я порой не замечаю животных. Я спрашивал врача, у меня зрение лучше, чем у друзей, но я порой не замечаю животных. И он ответил, Пол, все люди немного дальтоники, каждый по-своему. И ты можешь в упор не видеть разницы между одним и другим оттенком коричневого, тогда как твой друг будет видеть несколько разных оттенков между этими двумя. То есть он видит те вещи, что ты не можешь видеть. Зачем я сказал это? Тот, кто ходит в воле Бога достаточно долгое время, возрастая с годами, он видит волю Божью как все более широкий путь, такой удивительный, такой прекрасный, и может видеть столько удивительных возможностей, которые молодой христианин, или не отдавший себя изучению слова, или не стремящийся к святости христианин, просто не сможет увидеть. Когда вы серьезно относитесь к освящению, и я не говорю о законничестве или о монашеском изнурении себя, но по Библии, когда вы серьезно относитесь к освящению, это будто открывает вам все остальные двери удивительной, изумительной и многогранной воли Бога. Теперь позвольте дать вам пример. Это в воле Божьей, чтобы вы были более пригодны к служению. Да, это так, я говорю вам. И это воля Бога, чтобы вы приносили более плода. Это так. Но как это достигается? Через освящение, через возрастание в соответствии образу Христа. И это воля Бога, чтобы ваши границы простора для радости были шире. Вы знали это? И это интересно. Так много людей имеют столь узкий простор для радости. Майкл Карт в одной из своих поэм написал, «Терпеть мог назарянин голод, и плакать назарянин мог навзрыд, и в то же время мог смеяться от души. И тот, кто знал его едва ли, и тот, кто знал давно, мог видеть эту искренность его. Этот Мессия,
при всей своей серьезности мог смеяться, и через его смех и его радость все вокруг могли видеть в этом совершенном человеке такой простор для радости. И Бог желает, чтобы у вас и у меня был этот простор для радости. И Он хочет расширить этот простор для радости. И как это получится? Через освящение. Бог желает ваших более тесных, более чистых отношений с Ним, с вашей женой, детьми, с вашими мужьями и друзьями. Но как это может произойти? За счет чего? Это происходит через освящение. Возрастая и усиливаясь в вашем соответствии образу Иисуса Христа. Я хочу сказать вам, знаете, я люблю такие старомодные выражения сельских механиков, типа «это твоя проблема». Ты не знаешь, от чего твоя машина ломается? Это твоя проблема. У тебя задний ход полетел. Понимаете? И мы изобретаем много способов, вроде отрубания многоголовому дракону одних голов, вместо которых сразу вырастают другие. Это просто бесполезно. Тогда как вам надо найти возможность пронзить сердцевину этой проблемы? И это суть наших проблем практически во всем. Большинство наших проблем, локальных, там, с работой, с каким-то делом, суть наших проблем идет из того факта, что вы не такой, как Иисус. И я не такой, как Иисус. И как факт, большинство наших проблем в браке происходит от того, что мы не такие, как Иисус. Большинство наших проблем в семье, церкви, в отношениях от того, что мы не такие, как Иисус. Наша нужда, братья и сестры, это приходить в соответствие с образом Христа. Мы ходим вокруг понятия освящения уже давно. Я собираюсь сказать вам, что это значит. Агиазмус – слово, и оно также означает святость или очищение, но в первую очередь это означает процесс. Процесс в нашей повседневной жизни, в котором работает Бог, и мы работаем. Бог работает. И отвечая на работу Бога, мы работаем, чтобы возрасти. Как бы это сказать? В реальной, личной, практической святости. Имеется в виду не какое-то мистическое состояние, но внутренняя и внешняя святость, ощутимая святость, которую люди могут увидеть и пощупать. Как Павел сказал Тимофею, дабы успех твой для всех был очевиден. Освящение – это настоящая работа Бога. И это тот процесс, который происходит внутри человека, но он виден другим людям. И это настолько важно. Теперь, это также можно назвать прогрессирующим освящением. Почему? Потому что сама идея прогрессирования ведет к цели, а цель – уподобление образу Христа. Это идея продвижения. Продвижение. Когда я работал в горах Перу, особенно на севере, порой, когда вы идете куда-то по тропинке и встречаете верующего, брата во Христе, то часто происходит такой диалог. «Como estás, hermano?» «Как поживаешь, брат?» И он отвечает «Avanzando, hermano, avanzando». Продвигаюсь, продвигаюсь. Это здорово. Это то, что мы должны делать. И я хочу, чтобы вы знали, что вы не стоите на месте. Ты либо двигаешься вперед, либо идешь назад. Я хочу дать некоторые определения освящения. И я хочу обратиться к разным источникам для помощи в этом. Я прочитаю это и дам комментарии, потому что хочу, чтобы вы понимали. Две вещи происходят. Одна – это наша позиция во Христе. Это действие Бога во Христе, что мы праведны, святы, отделены. Это совершенное действие, и я хочу, чтобы вы увидели это. Но есть еще практическая сторона этого, в которой, в этой жизни, мы должны прогрессировать для того, скажем так, для того, чтобы стать теми, кто мы уже есть. И начать действовать как те, кто мы уже есть. Начать жить так, как те, кем мы уже являемся во Христе. Чарльз Лайтер говорил, «Так много христиан бегают вокруг того, что, стремясь к святости, они пытаются быть теми, кем они не являются. Но все наоборот. Когда ты стремишься к святости, ты ищешь быть тем, кто ты есть. И это есть знак, что ты чадо Божье». Леон Моррис сказал так, «С того момента, как человек уверовал, он отделен для Бога, отделен для святости, и по определению Нового Завета
Он святой. Это законченное дело. Во Христе это то, кто ты есть. Далее он говорит, это не значит, что этот верующий нравственно совершенен, но то, что он отдан Богу, чтобы творить Его волю. Вы не свои. Вы принадлежите Богу. Если вы действительно христианин, то вы принадлежите Богу, и вы не сможете убежать от Него. Вы не сможете уйти от Него. Сядьте в машину, чтобы удрать через всю страну в Калифорнию, и Он будет там, когда вы туда доедете. Вы не сможете уйти от Его и от Его провидения. Как и мои дети, когда они были маленькими, они ничего не могли бы сделать, они просто не в состоянии убежать от папы. Но Бог сколь могущественнее, чем земной отец. И вы принадлежите Ему теперь. Так что Он будет работать с вами. И это одна из причин, по которой Он спас вас, показать свою силу. Он будет работать в вас. Вы можете быть против, можете делать что угодно, но это будет происходить. Он будет работать в вас. Далее, он говорит, что начинается процесс, в котором старые пути, старые привычки более и более уходят, и на это место приходят новые пути служения Богу. И Бог постоянно работает, делая что? Что? Удаляя от нас старые пути, умерщвляя их и вводя нас на новые пути, пути жизни, которые идут для Него, которые соответствуют Ему, работая с тем, кем вы сейчас являетесь. Вы видите? Итак, начинается процесс, в котором старые пути более и более уходят, и на этом месте приходят новые пути служения Богу. Это долгий обязательный процесс, и большинство Нового Завета – это наставление о том, как это достигается. Так много людей сегодня ищут только одного – какого-то опыта, переживания, которое выдернет их на некую ступень освящения. И это попросту неправда. Да, порой в отдельные моменты нашей жизни Бог может действовать как-то уникально и делать некоторые вещи с определенным переживанием для нас. И я не спорю с этим. Но в Новом Завете генеральный курс таков. Освящение – это процесс длиною в жизнь. И один из путей, почему мы знаем это не просто потому, что Новый Завет говорит это, но это также, когда вы видите структуру Нового Завета, большинство материала в нем посвящено чему? Вашему изменению, разве не так? Большая часть о том, чтобы вы научились снимать с себя ветхого человека и облекаться в нового, и жить теперь в соответствии с тем, кто ты есть. Теперь Павел задает форму утверждению. Божья воля, чтобы Божьи люди жили так, как желает Бог. И больше никто не делает того, что справедливо в его собственных глазах. Послушайте еще раз, что он говорит. Павел задает форму утверждению, что Божья воля в том, чтобы Божьи люди жили так, как желает того Бог. Вы теперь принадлежите Ему. Другой отец, другое основание, другая сфера, другое царство. Все другое. И поэтому вы начинаете учиться. И поэтому вы начинаете стремиться отложить прочь прежние похоти ветхой плоти и облечься в нового человека, который есть Христос. Теперь, Дэвид Уильямс, немного менее известен, чем Лиан Моррис, дает нам прекрасное определение, говоря, «Прямое значение освящения – быть отделенным для Бога. Но то, что отделяется для Бога, должно быть угодно Ему». И слово «агиазмус», что и означает «освящение», приобретает этический смысл. Вы были отделены. И да, в один день, когда Он вернется, вы будете удивительно и славно преображены силой Его явления и силой Его личности. Но то, что вы должны осознавать, что с момента обращения вы включены в процесс, и вы не используете второе пришествие как оправдание, что вы просто выжидаете того великого дня, но в момент, когда вы родились свыше, вы включены в стремление, в путь, в желание быть более и более подобным Христу. Это процесс становления святым в добром смысле. Послушайте, что он говорит. Привнесение христианской практики в одну линию с христианским статусом. Вы слышите? Приведение христианской практики в одну линию с христианским статусом. Но что такое христианский статус? Кто вы во Христе? Вы новое творение, вы святой, вы дитё Божье. Так что же такое освящение? Это работа по приведению своего поведения в одну линию с тем, кто вы есть. Вы понимаете? И вы хотите этого? И вы стараетесь для этого? Я помню историю, кажется, ее написал Уоррен Вирсби. Я читал ее много лет назад.
И я уже не помню, как звали ту королеву Англии. Он написал рассказ о маленькой девочке, которая должна была взойти на престол, но пока никто не говорил ей об этом, потому что думали, что ребенку пока не надо это знать. Нельзя говорить ей об этом, она может стать неуправляемой. Но вот когда девочке исполнилось 12 лет, она вдруг стала себя вести совсем по-другому. Подобно королеве, подобно августейшей персоне, поменялось поведение и манера. И в итоге кто-то спросил ее, что тебя так изменило. И она ответила, мне стало известно, что я буду королевой, а значит, я должна себя вести соответственно уже сейчас. Из Писания вам известно, что вы святые. Из Писания вам известно, что вы дитё Божье. Вы призваны, чтобы вести себя соответственно уже сейчас. И у вас есть более сил делать это, чем вы даже можете поверить. И это ободрение. Он говорит, освящение — это работа, которая ведется всю жизнь и будет завершена только с приходом Христа. Очень много христиан, особенно молодых, студенты колледжа или молодежь до брака, они часто спрашивают, какова воля Божия для меня лично? Что ж, я скажу вам, ваше освящение. Я хотел бы присовокупить то, что мы убиваем много времени и энергии, стараясь отыскать некие субъективные аспекты Божьей воли. Но лучше бы нам приложить это время и энергию, чтобы исполнять ту волю Бога, которая нам уже известна в Писании. Слушайте, я не хочу говорить штампами или клише, но ваше дело заниматься святостью, а Божье дело ввести вас в те субъективные аспекты, в которых вы не уверены. Он откроет вам. Отдайте себя для святости. Через все Писание прогрессирующее освящение – это синергичная работа. Молодые проповедники любят говорить это слово, оно впечатляет. Синергичная работа. Так что такое синергичная работа? Это противоположность от моноэнергичной работы. Вы спросите, а это что? Моно – один. Вы были рождены свыше. Ваше возрождение было моноэнергичной работой. Вы в этом не участвовали. Бог возродил вас не по воле человека, не силой человека. Бог сделал это. Моноэнергично. Бог родил вас свыше, Его силой, Его работой. Это моноэнергичное дело. Но затем, когда мы входим в христианскую жизнь, что мы видим через страницы Писания? Мы видим нечто синергичное. Не так ли? Бог работает в нас, но Он также повелевает и нам работать. Он призывает нас действовать и призывает отвечать. Я прошу вас взглянуть на несколько отрывков. Не уверен, что закончу проповедь за сегодня. Посмотрим несколько мест. Откройте Филиппийцам 2 главу, стих 12. Здесь мы видим поразительный отрывок синергичного аспекта спасения и освящения. Бог работает, а мы отвечаем. Филиппийцам 2:12. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас хотение и действие по своему благоволению». Тут сказано «совершайте свое спасение». Тут не имеется в виду «работайте ради своего спасения». Тут имеется в виду, что вы были спасены силою Бога. Вы были спасены верою в Иисуса Христа. И теперь в этой сфере Божьего спасения и с Ним работайте, делайте, отвечайте Богу, слушайте Его волю, будьте послушны ей, делайте то, что Он говорит, возрастайте и совершайтесь. И это очень, очень важно. Слово «совершать» — это интенсивность. Давайте пока остановимся. На этом ли вы пути по отношению к святости? Видит ли кто-нибудь в вас интенсивность, что вы интенсивны? Видят ли поступательность?
Видят ли они хоть какую-то интенсивность в вашем поиске быть подобным Христу? Или это типа «все идет, как идет, это не мой путь»? Нет. Это совершенно неверная оценка Божьего суверенитета. Нигде в Писании вы не увидите, как Божья суверенность ведет к апатичности или к самодовольству. Ни в спасении, ни в освящении. Божья суверенность всегда призывает и ободряет человека отвечать. Далее. Это также слово «совершайте» в настоящем времени. То, что мы всегда делаем. Всегда стремимся, всегда ищем, всегда учимся, читаем Слово, пребываем в общении, избегаем влияния зла. Мы можем расти во Христе. Также я хочу, чтобы вы взглянули на связь между послушанием и совершением, работой. Стих 12. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны». И потом он говорит, «совершайте свое спасение». То, что я хочу вам показать, это идея познания Писания с молитвой, пребывания в общении, смысл освящения, серьезное отношение к этому. Это не предложение, это не дополнение, чтобы стать духовной элитой. Это повеление. Вы обязаны серьезно отнестись к вашему возрастанию в святости. Мы ко многому относимся серьезно. Но упускаем из вида истинную нужду. Такое впечатление, что большинство книг, написанных в христианском мире в последние годы, о том, как лечить симптомы, но не о том, чтобы лечить корень проблем, а это быть более святым, быть святым. Также 2 Коринфянам 7:1, позвольте прочитать. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». И я хочу подчеркнуть два слова. «Очистим» — первое из них, и «совершая» — второе. «Очистим» стоит во времени «эрос», словно бы «остановитесь и сорвите с себя одежды старой жизни». Сорвите с себя злое влияние, отсеките себя от тех вещей, которые сбивают вас и вредят вашему хождению и вашему свидетельству. Самое важное – это внутреннее здоровье вашей души. Все грехи как один, сорвите с себя, и если сорвали, ходите, совершенствуясь в святости. Что это значит? Это наша задача – возгревать святость нашей жизни, работая и стремясь, читая и молясь, пребывая в общении и через это становясь все более и более святыми. И мы делаем это, постоянно стремясь достигнуть цели. Теперь 1 Петра 1.14. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Он говорит, «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями». Это настоящее время. И в том смысл, что этот мир всегда пытается влиять на вас. Всегда. И вам всегда приходится воевать с этим. Скрупулезно. Скрупулезно. Мне нравится приводить иллюстрацию, данную Каину. У дверей грех лежит, и он желает овладеть тобой. Так и есть. Значит, нам надо всерьез принять наше отделение. И опять-таки, большинство современных христиан при этих словах думают о законничестве. Но я не говорю о законничестве, но я говорю об осознании вещей, о которых говорит Писание, как об опасности и об избегании их. И по этой причине я верю, что когда сыны Израилевы входили в землю Ханаанскую, им было сказано не жалеть эти племена, нечестивые, многобожные, аморальные племена. Было сказано вырезать поголовно. Нам нет нужды никого вырезать под корень сегодня. Но я уверен, что смысл этого таков. Когда ты видишь злое влияние, нет, не становись другом этому. Когда видишь безбожное влияние, не дружи с этим. Не поддерживай, не иди на компромисс, не вычисляй, как пройти это по верхам. Нет, пронзи прямо его сердцевину. It'll always
и вам всегда надо быть наготове во всеоружии. И потом говорится, не только как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но и по примеру призвавшего вас святого, будьте святы сами. И это уже не настоящее время. Это говорит нам о постоянном сражении с этим миром, сражении с влиянием мира сего, который пытается овладеть нами, ради нашего стремления достигать цели, одной для всех. Быть святым. И вы можете сказать, да, брат Пол, но в Библии говорится, что все это совершится окончательно, когда придет Иисус. Но я отвечу вам, что Библия никогда не использует это как оправдание для самоуспокоения. Она говорит нам, будьте святы. Достигайте святости. Будьте святым инструментом в руках Бога. И это обращено не только к проповедникам, это обращено ко всем, потому что мы все желаем быть инструментом, пригодным для Него. Чистота, святость обязательны. Сейчас я дам вам один последний текст. Евреям 12:14. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Старайтесь иметь мир. Если я правильно понимаю, то когда мы читали слова Павла, он сказал, что неверующие иудеи казнили его. И, кажется, это было слово «экиопо», означающее «исказнить», «выказнить его», «напрочь», «с корнем». А здесь слово «сеоко», что также означает «преследование», «казнение», «настигание». Это не говорит нам «казнить», «освящение», но говорится, что «подобно исполнителю приговора, который неуклонно преследует того, кому оглашен приговор», так же вы и я должны достигать святости. Мы должны достигать ее. И снова здесь присутствует идея интенсивности, развития в достижении святости. Как олимпиец рвется к олимпийской медали. Это постоянное время, всегда стремясь к святости. И вы ведь знаете это, не так ли? Но забываете, да? Мы идем по жизни, зная это. Мы ведь читали это, и мы знаем, что это правда. Но нам надо напоминать об этом. И напоминать почаще. Достигайте святости. Я не знаю, какова Божья воля о моей жизни. Достигай святости. У меня большие проблемы в браке. Достигай святости. Мои дети просто не уважают меня. Достигай святости. Мы постоянно исправляем детей, исправляем жену, исправляем то и это. Нет, исправьте свое «я». Свое «я». Исправь меня. И в конце одна иллюстрация, возможно, слегка радикальная. Я видел по Ютубу. Мотивационный ролик для футболистов, весьма сильный. Молодой парень, такой, реально, говорит своему тренеру, «Я хочу играть в профессиональный футбол, быть профессионалом». И его тренер, такой большой и грузный, говорит, «Значит, хочешь быть профессионалом?» «Да». «Хорошо, встретимся завтра утром на пляже». «Хорошо». И вот утром они с тренером встречаются на берегу. Тренер берет его за плечи и вводит в воду. Ведет его где глубже. И когда вода у самой головы, его тренер хватает его за голову. Ну, я не одобряю такую тактику обучения, если что. Это иллюстрация. Хватает его за голову и сзади за шею погружает в воду и удерживает там. Этот молодой, сильный парень, сильнее тренера. Но тренер держит его, и держит его, и держит его под водой. И все его юное тело вопиет, «Мне надо дышать!» Каждая клеточка тела парня вопиет, «Мне нужен воздух! Если я не вздохну, я умру!» И когда он терял сознание, тренер выдернул его из воды, бросил на пляж и крикнул, «А теперь, если ты хочешь играть в футбол так же сильно, как хотел дышать там под водой, тогда поговорим!» Давайте применим эту иллюстрацию к нам самим. Вы хотите быть святыми? Вы хотите, чтобы Бог использовал вас?
Что это значит для вас в современной американской культуре? Такой изнеженной, такой осторожненькой, чтобы не пораниться. Что это значит для вас? Будете изучать Библию по 5 минут в день? Что это значит для вас? Шлепнетесь на колени в истерике, потому что первым хотели получить свой кофе? Что это значит для вас? Мы ведь можем весь день говорить о том, что нам надо искать святость. И каждый может говорить «Аминь». Как сильно вы хотите святости? Я вижу стольких людей, которые ходят и стонут. «О, я не свят, я не свят». Да, это общая беда, но позволь спросить, что ты делаешь для этого? Ну, ничего особенного. Или, ну, я делаю кое-что, но я особо не проверяю по Писанию, правильно ли я поступаю. Никакого интенсива, никакой ревности. Нет никакого осознания. Вот грех в моей жизни, и я должен пронзить его сердцевину. Я не хочу осудить вас. Но я говорю это, чтобы поставить это перед вашими глазами. Мы изнеженные люди. Мы слишком трясемся над собой. Мы ноем. И ноем. Но быть активным в вере. Верить, что тот, кто начал доброе дело в нас, совершит его. И вот это ободрение. Я знаю, что это может воодушевить к большей вере. И я знаю, что мы уже не говорим столько о вере. Мы, реформированные ребята, типа все уже знаем. Но это неправильно. Ведь столько всего заключено в вере. И нам надо больше говорить об этом. Но верить в обетование, в этом настолько больше Божьей силы и жизни, доступной вам и мне, чем мы сейчас думаем. Писание говорит об этом. Это обман? Нет. Но раз это правда, не должны ли мы искать этого всем сердцем? Все говорят, брат Пол, у меня эта проблема, во мне нет жизни, нет какой-то пульсации во мне, нет ревности, рвения. Но это все здесь. Он обещал это. И у нас есть прерогатива искать. Вы скажете, но я искал. Как долго? 30 минут? Дважды в неделю? Полмесяца? Это наша задача искать. И это Божье суверенное решение, когда дать нам это. И Он даст, если вы ищете. Братья и сестры, будьте ободрены. Так много обетований следует за нашим освящением. Это гораздо больше, чем мы думаем. Не ищите ничего, кроме уподобления Христу. Не останавливайтесь, если вы споткнулись где-то. Не бегайте с причитаниями. Если упали, то пусть так. Исповедуйте это. Начните снова. С радостью и надеждой. Будьте святы. Будьте чисты. Будьте как Он. Вы делаете это не потому, что вы притворяетесь. Но люди узнаются по тому, кто они есть. Помолимся. Отче, спасибо за Твое Слово. Я величаю Тебя, Боже. О, Господи! Твои обетования так глубоки и широки, высоки. Твоя верность, Господи, до небес. Господи, поддержи Твой народ. Помоги Твоему народу. Помоги этим людям. И излей всю меру Твоей благодати на это стадо. Великую надежду, Господи. Великое ободрение. Что Ты делаешь неизмеримо больше того, что мы просим или о чем помышляем. Господи, помоги Твоему народу во имя Иисуса. Аминь. Благослови вас Бог. Вы можете говорить о чем угодно. Проповедь закончена, верно? Но не забывайте то, что вы услышали. Вы знаете, что это суть ваших проблем, не так ли?
Суть ваших проблем – недостаток уподобления образу Иисуса Христа. И если мы работаем с этой сутью, с этой проблемой, все остальное приложится. Да пребудет на вас благословение Божье.